учебный день обмена опытом, Ваня присутствовал, да, интересные моменты такие рассказывали там ребята. И когда ты кинешь мне, обработаем, я выложу, посмотрите. Там Серега, который был с нами в Египте в прошлом году, и у него мое очередное подтверждение моментов адаптационных, где-то на третий день возник такой кризис там, перехода, кризис в направлении плавания, а он ко мне вчера пришел, это уже сколько, больше полгода прошло, ну почти, говорит, ты знаешь, я осознал, что ты меня научил там плавать. То есть для меня было это же, говорит, давай я с тобой поработаю сегодня. Ну и он мне такие штуки показал интересные, про движение вот этой системы Майерса, анатомических поездов. Англичане там ее начали серьезно как бы, ну, не усовершенствовать, а развивать. И четко вот, когда мы, Евгений Яковлевич, с вами были в Дахабе, когда ногу я там повредил на крепсе, он четко говорит, ну давай вот, ну, вот пройдись. Для меня это было вообще как бы откровение, пройдись вот так, пройдись широко расставляя ноги. Он говорит, а вот теперь сядь, раз одну ногу взял, вторую ногу, говорит, вот здесь у тебя была травма. Конкретно, тык-тык-тык, и вот у тебя тут, ты как бы бережешь это место, вот тут у тебя была травма, можешь, а теперь давай попробуем сделать это. Но он сначала как бы не давал снимать эту свою систему, но потом, вернее, с другими людьми, когда он работал, а поскольку он уже начал со мной работать, я Ваню быстренько говорю, Ваня, давай поснимай, и Ваня это все поснимал. Ну и так, для тех, кто подписаны на канал, я ее дам не открытый доступ, а доступ по ссылке, так что вы можете туда заходить, смотреть. Ну, система интересная. То есть корректировка такая, диагностика. Он, правда, полностью еще не колется, но как это все происходит, ну, потому что там у Ключан этих учился, ну, очень интересная схема по работе с телом. Так, хорошо, значит, какие ваши впечатления?